Sorry, I can't comment. На самом деле ему изменялось вину несколько других эпизодов. Прокурор действительно пообещал вмешаться, обеспечить возможность телефонного разговора ПОУПа с родителями. Второе, обеспечить возможность доступа медицинского специалиста, чтобы он действительно мог, так сказать, еще раз провести обследование ПОУПа. Но остальное, так сказать, это уже все так. Не имеет значения, потому что заявлялось о том, что Лефорту достаточно технических медицинских условий для того, чтобы проводить обследование, в том числе и раковых заболеваний. Но это ерунда.